Веденеев Иван, школа номер 7. Сергей Михалков, прогулка. Мы приехали на речку воскресенье провести, а свободного местечка возле речки не найти. Тут сидят и там сидят, загорают и едят, отдыхать как хотят сотни взрослых и ребят. Мы по бережку прошли и поляночку нашли, но на солнечной полянке тут и там пустые банки, и как будто нам назло даже битое стекло. Мы по бережку прошли, место новое нашли, ну и тут до нас сидели, тоже пили, тоже ели, жгли костер, бумагу жгли, насадили и ушли. Мы прошли, конечно, мимо. «Эй, ребята!» — крикнул Дима. «Вот местечко, хоть куда! Родниковая вода, чудный вид, прекрасный пляж, распаковывай багаж!» Мы купались, загорали, жгли костер, футбол играли, веселились, как могли. Пили квас, консервы ели, хоровые песни пели. Отдохнули и ушли. И остались на полянке у потухшего костра две разбитые нами склянки, две размокшие баранки, слово мусора гора. Мы приехали на речку понедельник провести, только чистого местечка возле речки не найти.